я всю жизнь собирал по копеечке, откладывал последний рубль в копилку. И, наконец, настал тот миг, когда я могу потратить всю свою сумму на завод рыб высокой эффективности для питания гречихи. То, что нужно мне для того, чтобы жить спокойно. Мешок дерьма собаки. Фу, это что такое? Убери! Не волнуйтесь, дамочка. Устранимый, пластичный. Игрушки для ребенков. Во-во-во-во-во! Своему ребенку я обязательно куплю шарик всасывания. Папа, папа, я хочу дома настоящий парк развлечений. Хорошо, сынок, вот тебе раздувной город потехи. Хвостун скольжения, скольжение тигра. Ой, папа, какая большая кисенка. Красивейший автомобиль. Колес младенца три. Три цикла малышей. Китайский тампон для женщин. Красивая жизнь, чистое место тампонов. Малыши раздувной хвостун, скольжение малышей, ягнятся шлямбур. Немедленные дрожди. Ну и чё сидим? Кого ждем? Повелительница белая с отверстием. Современный дизайн. Искусственная вагина. Это люстра. Тебе она не светит. Чё? Самая популярная и новая повелительница. Плоская женщина. Ботинок типа. Это горячее надувательство охраны окружающей среды. Я протестую против мешков для мусора в рулоне. Думал, что лучшее оскорбление — смешной ретро-тампон. Бульон-цыпленка. Раздробленный бульон цыпленка. Порошок цыпленка. Причем тут негры, блин. Молдалишес. Внимание, далее следует Алиэкспрессе. Ебать, полиция. Половина, пиздец. Половина пропавших без вести. Дарт Мол, Звездные войны. 100%. 100% он виноват. Хлопок! Футболки тройника! Пиздец! Шапки! Пиздец! Шерсть! Шапки! 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 Пиздец! Стиль обернуть вокруг золотой мост и... Стоп! Концовка! Подходит?